Пик-пик-пик. Следующий видос. Прям с этого же момента. Водоканал вышел. Чё ты вышел-то, братуха? Димка вышел. We can do this. Сколько вас там? Выйди. Выгляни в окошко. Такой момент был вкусный. Ай-яй-яй, так выстрелить хотел я точно. Где-то здесь. Я тебе приседаю, браток, я тебе приседаю. Я же не хочу тебя стрелять. Так. Болдон. They've called in a bomber. Enemy recon activated. Прям на прицел не переходит. Нажимаю на прицел, оно не переходит. Так неудобно играть-то. Реакция.
Азербайджан. Well done. Молодец. We won the match. Чем поиграть-то? Этим словом тут особо не набегаешь. А попробуем давайте. Видишь, ранение это было, то есть я его ранил. Прямо все в упор надо бить, получается. Сзади зашел. Короче, что-то этой штукой не поиграешь. Ничего. Давайте я вот этой штукой. Вот этой штукой поиграю. Догнал, что там здесь. На радиации. Блин, я не туда смотрю. Ёлки-палки, по голове прям прошёлся. Ёлки-палки.
Эх, 46-50. Азербайджан вообще разрушил. Смотри. The match is lost. Вообще разгрелся. Это я ему фору дал, пока начало игры с БСВ. С двухстволкой кочевряжился. Вот такую вот ему фору дал. И все, молодец, стартанул. Ты сразу не догонишь. Еще и победили нас. Молодец. Давай в друзья. Ты у меня в друзьях? Не успел. Давайте в друзья подписывайтесь и смотрим видео. Смотрим видео наших боев, ребят. Это же всегда интересно увидеть себя на видео у кого-то. Прикольно же. Ну что вы это? Кулачиком сделал, короче. Убил. Не хотел его трогать. Вот этот чувак с собакой. Задолбал уже. Тут ты меня не возьмешь. Забрал его? А, его тут райдер какой-то забрал. Братан сзади. Наколошматили мы, короче, да? Как только повыходили, у нас мощные игроки, и все, у нас появился шанс выиграть. Да, Азербайджан вышел. 50-й калибр вышел. Будем посмотреть, что там, может, кто там со мной здоровается. Ой.
Так, ладно. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Всем пока.